Больница «Северанс». Первая и лучшая. Основанная в 1885 году под названием «Дом Великого Милосердия», а затем «Дом общедоступной помощи», больница «Северанс» стала первым в Корее лечебным заведением западного типа. С 1904 года при содействии американского мецената «Северанса» больница является современным многопрофильным медицинским учреждением. Пробуждая любовь и участие духом христианства, даря надежду на излечение духом сотрудничества, преодолевая трудности и препятствия духом новаторства, больница «Северанс» стала лучшей в стране. «Северанс» — это профессионализм медперсонала на уровне лучших мировых стандартов, медицинское обслуживание, основанное на 130-летнем опыте лечения больных, ультрасовременная компьютерная система медицинской информации. «Северанс» сегодня – это один из лидеров мирового здравоохранения, совместно со своими пациентами добивающийся исторических успехов в области медицины. Мы вместе. «Северанс». Под девизом «Избавить человечество от болезней Божьей любовью» «Северанс» упорно работает над достижением этой благородной цели, опираясь на энтузиазм и творческий подход. Для участия в стажировке медицинские вузы отбирают самых лучших студентов, которые затем проходят обучение на подготовительных и комплексных медицинских курсах в международном кампусе университета Йонсе в свободной экономической зоне Сондо. Здесь готовят будущих лидеров мировой медицинской науки. Для выявления скрытого потенциала студентов стоматологический колледж предлагает им пройти программу клинической подготовки. Колледж становится учебным заведением мирового уровня благодаря передовой научно-исследовательской базе и блестящим научным достижениям. Традиции медицинского училища и его программы повышения квалификации позволяют воспитывать множество талантливых специалистов по уходу за больными. Благодаря превосходному преподавательскому составу и образованию, ориентированному на будущее, училище выпускает медсестер со всеми основными навыками, необходимыми для работы в эпоху глобализации. Аспирантура здравоохранения предлагает разнообразные учебные программы для воспитания высокообразованных специалистов, которые станут лидерами мировой медицины. С глубоким убеждением в том, что научные разработки являются ключом к дальнейшему развитию, больница «Северанс» создала прекрасную научную инфраструктуру, включающую ученых мирового уровня, Центр клинических испытаний и Центр биомедицинских исследований «Эвисон». На этой основе, будучи ведущим учреждением, ориентированным на научные разработки, больница «Северанс» выходит на передовые рубежи биомедицинской науки, проводя междисциплинарные исследования, сочетающие фундаментальные и клинические подходы. Превосходное медицинское обслуживание в больнице «Северанс». Лечение в больнице «Северанс» в Каннаме с учетом индивидуальных особенностей пациента. Тесное сотрудничество различных подразделений больницы, включая больницу «Северанс» в Каннаме, стоматологическую клинику и психиатрическую больницу. Применение передовых технологий, включая томотерапию и робот да Винчи, которым было проведено рекордное количество операций в Азии. Высокий процент излечения и выживаемости. Все это вместе создает синергетический эффект, повышающий качество медицинского обслуживания. Онкологический центр. Клиника сердечно-сосудистых заболеваний. Реабилитационная клиника. Клиника офтальмологии и отоларингологии. Педиатрическая клиника предоставляет высокоспециализированное медицинское обслуживание. Онкологическая клиника, открытие которой планируется в 2014 году, станет междисциплинарным учреждением, целью которого будет не просто лечение, но полное излечение онкологических пациентов.
Северанс – это я. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Опираясь на эти слова, Северанс выполняет свой нелегкий долг и сейчас. Госпиталь дружбы Янсе в Монголии. Программа подготовки медицинского персонала в развивающихся странах. Различная благотворительная деятельность за рубежом. Помощь пострадавшим в районах стихийных бедствий. Передача десятой доли возможностей больницы Северанс. Это мероприятие, организованное в рамках культурных программ, основанных на христианских принципах. На протяжении всей своей истории больница Северанс верна духу благотворительности. Современная больница, оснащенная новейшим оборудованием. Северанс входит в сообщество ведущих мировых научных институтов благодаря первоклассным исследованиям, преподаванию и лечению. Северанс движется вперед в большой мир здравоохранения, служа примером успешного развития медицинских исследований. Чем больше людей приходят к нам, тем больше мы видим улыбок и счастья на их лицах. Заботясь о людях, мы становимся надеждой человечества. Северанс.